Американский певец канадского происхождения Джастин Бибер обратился к поклонникам с просьбой помолиться за него. 25-летний артист опубликовал в субботу печальный пост, в котором рассказал 105 миллионов подписчиков о своей борьбе с депрессией. Черно-белая фотография 2016 года, на которой Бибер молится, обнявшись с Канье Уэстом и своим менеджером Скутером Брауном, подписана обращением певца к фанатам. «Просто хотел рассказать вам новости, ребята, с небольшой надеждой, что то, через что я прохожу, найдет вас, друзья, отклик», — написал Джастин Бибер. «Продолжаю много бороться. Просто чувствую себя странно и отстраненно. Мне всегда удается отскочить обратно, так что я не волнуюсь, просто хотел поделиться и попросить вас, ребята, помолиться за меня. Господь справедлив, и ваши молитвы помогают, спасибо». Реклама о том, что молодой, но уже очень опытный, поп-исполнитель борется с депрессией, в феврале 2019 года рассказала издание E! News. Как сообщил источник портала, сейчас Джастин Бибер переживает трудные времена. «Он правда хочет поправиться», — рассказал инсайдер. «Он ищет любую помощь, которую может получить». Источник также добавил, что Бибера очень поддерживает его окружение, особенно жена, 22-летняя модель Хейли Бибер, в девичестве Болдуин, и его пастор. По словам источника E! News, сейчас Джастин Бибер амбулаторно проходит терапию. О своей борьбе с депрессией сам Джастин Бибер рассказал в последнем выпуске журнала Vogue, для которого они с Хейли дали большое интервью. Певец признался, что впал в настоящую депрессию после тура в поддержку альбома Purpose в 2017 году. «Я не говорил об этом, и я до сих пор переживаю кучу вещей, о которых не говорил», — рассказал исполнитель. «Я был одинок. Мне нужно было время». Ситуацию усугубило то, что в борьбе со своим состоянием Джастин Бибер начал полагаться на действия Ксанакса, бензодиазепина, который прописывают людям, страдающим тревожным расстройством. Проблема в том, что это распространенное в США лекарство вызывает привыкание по мере того, как растет толерантность к нему. По словам Бибера, Ксанакс помогал ему уходить от реальности, но из-за этого он делал множество вещей, о которых теперь жалеет, в частности, вступал в беспорядочные и многочисленные интимные связи. «Моя мама всегда говорила, что с женщинами нужно обращаться с уважением», — сокрушался Бибер, говоря о своих сексуальных контактах. «Это всегда было в моей голове, когда я это делал, так что я никогда не получал удовольствия. Лекарства воздвигали экран между мной и тем, что я делал», — рассказал певец Волк. Он также признался, что временами сотрудникам его охраны приходилось щупать его пульс, чтобы убедиться, что он жив. До того Джастин Бибер, по его словам, доводил себя. Менеджер Джастина Бибера Скутер Браун в 2017 году подтверждал, что для молодого исполнителя наступил сложный период. В своем интервью изданию The Wall Street Journal он рассказал, что 2017 год для исполнителя оказался трудным. «Это было хуже, чем выглядело со стороны. Я терял над ним контроль день за днем. Мы жили в аду, потому что он был в таком темном состоянии», — признавался Браун. Сейчас, однако, все не так плохо, по словам источника E! News, в этом заслуга жены Бибера Хейли. Он рассказал изданию, что супруга ходит вместе с Бибером на все деловые встречи и мероприятия и делает все, что может, чтобы помочь. По словам инсайдера, Хейли Бибер глубоко вовлечена во все, что делает ее муж, принимая участие в составлении плана действий и в принятии решений. «Сейчас она его скала, и он во всем на нее полагается», — рассказывает источник. «Она слушает его и всегда готова быть рядом». Хейли давно знала о его проблемах. Он пытался справиться с депрессией раньше, это для нее не новость. По мнению людей, знакомых с ситуацией, за ментальное здоровье самой Хейли Болдуин и брак пары можно не волноваться. Она знает, что это не связано с ней, у них крепкий союз», — рассказал инсайдер E! News.